Доброго утра всем! Сегодня у нас совсем другой день, не похожий на вчера. Цветочки тут просто бомбические, я балдею от этого цвета. Он прям такой осенний-осенний. Боже, этот запах дубков. У нас это называется дубки. Они мне очень нравятся. Блин, какие они пахнущие. О, классный. Ой, это барашки. Вот. Розочки, конечно, уже уставшие. Но еще бутончики есть, посмотрите. И вот она, прекрасная роза. Опять мне что-то приходит. И вот этот обалденный цвет. Это самая красивая розочка. В смысле, по цвету. Вот мне очень нравится вот такой градиент. Вот такое вот сегодня доброе солнечное утро у нас. Надо еще подумать, куда нам батут девать. Не знаю, что мы с ним будем зимой делать. Но явно надо его разобрать, наверное, и убрать вообще. Может быть, под навес занесем. А вот тут до сих пор эти две ромашки, две подружки. Ух ты, даже пчелка чуть меня не укусила. Две подружки. Как же это красиво. И еще до сих пор гвоздички тоже. И вот они. Это выращенные из рассады. Помните, мы у Гриши на огороде сажали? Я их рассаживала. Но, по-моему, они как многолетние, да, если я не ошибаюсь. Посмотрим. Мы уже вяжем. Петрушки навязали уже 73 пучка. Несмотря на то, что только 9 часов. Поэтому все в работе. Этот мальчик маме греет спину, да? Мама тут сидит, тут мама на место, и он греет ей спину. Сегодня у нас на обед будут пельмешки. Я уже их варю, на самом деле уже 11:30. Так, это вот такие вот прям домашние-домашние, очень красиво полепленные, все одного размера. И я знаю, что они очень вкусные, что в этих пельменях теста и мяса достаточно. Это у нас сельпо. Наше местное производство, в кафе их там лепят. Вот поэтому... Вот 25 октября. А это вот 27-го. Вот еще один пакетик. Мама 3 пакета купила. Я сразу 2 сюда забабахала в эту большую кастрюлю. Так что сейчас жду. Надо только мешать, чтобы ничего там не прилипло. Очень мы любим именно эти пельмешки. Еще любим казачьи, которые большие, но они, если честно, немножечко подиспортились. А эти прям вот домашние лепленные пельмени. Вот. И квашеную капусту доедем на обед. Мы обедать. Пельмени. Папа как раз приехал. Гриша как раз проснулся. И мама пробует пюре. Тебе нравится? Вкусно. Своеобразно, да. А даже картошка у нас повсходила, да? Будет молодая картошка. Женя сейчас будет рвать молодую картошку барашком. Гляньте, это барашком. Ух ты, самолеты тут разлетались как. Пока мы тут вяжем, Григорий что делал? О, в яме у нас там сидят. Обалдеть. Рыбалка удалась, да, сына? Ага. Тебе понравилось? Так ты еще пойдешь или нет? Сегодня? Сейчас, да, или нет? Нет. Пойдешь отдохнешь? Да там уже ничего и нет, я думаю. Ты уже все поймал. Я не выловил. Сейчас будем с Гришей солить. Давай складывай. Раз. Рыбку помыли. Два. Три. Четыре. Пять. Подожди, я, наверное, чуть-чуть присыплю, да? Пять. Там ее солят-то. Так? Ну, как-то так. Стой. Угу. Шесть.
7. Ля, какой крупный. 8 9 10. Засыпай каждые 5. Ну давай еще 11. 11. И последний 12 штук. 12 это ювелир. Ну ничего такие, кстати, по размеру, да? Засолить можно. Да. Так я уже, мы уже, в общем, все довязали, я растопила котел. И сейчас поеду за капкейками, которые я выиграла. Так что посмотрим, что это такое. Это в Новотитаровской находится. Девушка печет, ой, на дому. Вот. И поеду попробую забрать. Ну, вроде бы списались, вроде бы все нормально, все дома. Капкейки готовы. Вот. По навигатору 17 минут ехать. Еду, тут опять мне дорогу перебегают. Птички. Вот одна. Здорово. Они до сих пор тут бегают. Фазанчики. Забрала я коробочку капкейков. Все очень красиво. С бантиком, как я люблю. Вот такие вот капкейки. Дома будем поподробнее рассматривать. И что хотела сказать, что еле нашла. Еле нашла я это место. Навигатор меня завел вообще в другую сторону. Не знаю, почему и показывает мне, вы на месте, а я не на месте на самом деле. Вот, но все в порядке, я позвонила, все узнала. Но вообще как бы по другую сторону улицы. То есть мне нужно, я повернула на повороте направо, а мне надо было налево. В общем, как-то так все странно. Но главное, что все хорошо, сейчас поеду кушать. У мамы? У мамы чупа-чупсики, у мамы нету чупа-чупсиков. В кармане, да? Да. Понятно. Да. Гришенька, ну ты занеси сначала эти. Да. Гриш, ты сначала занеси коробочку. А тебе я буду проходить. Мама, тебе это знала, что я буду проходить? Не знала. Так тут... Да, это что это было? Это я горбушу что-то захотелось, да, не знаю. Открывает. Горбуша, две штучки. В масле? Да, я не знаю, натуральная. Но, наверное, должна быть в масле. Я что-то читала, хотела без ничего. Я буду проходить на край. А чё только 4? А чё их только кого? 4? Йогурта 4, ну просто 4. Вот такая один корм. А, и как будто еще это, типа 5 человек. Кому-то йогурт, кому-то батончик. Да. Полотенце. Будем, конечно. Так, тут еще хлеб и жвачка, и все. Так, мы уже с Женей попробовали вот эти вот капкейки. Они на самом деле очень вкусные. Крем очень вкусный. Ягодка очень вкусная. Мне единственное, что не понравилось, что внутри... Вот когда его разрезаешь, то там желе и еще что-то вот такое, вот типа вот таких вот шариков, они, в общем-то, твердые. И, блин, если резко кусать, просто мы так как пробовали первый раз их, то есть мы прям потихоньку и медленно жевали. Но если все это делать резко, то можно и зуб себе сломать вот таким вот твердым шариком. Но они даже такие побольше, вот размер, наверное, вот такой вот. Как у черники или голубики, я даже не знаю, что это. И поэтому... А так все очень вкусно. Еще даже внутри там какое-то желе, не желе, как это сейчас, компоте. Как это сейчас модно все называть. Вот это трактор? Да. А сейчас только сломаешь чемодан. Пожалуйста, слезь и поставь его на место. Афонечка, это не трактор. Афонь, трактор, это вон идешь, там садишься на кресло и едешь, понял? Мама, ничего себе, самый лучший трактор. Даже нет руля. А чемодан, когда нам надо будет куда-то поехать, сына, то чемодана не будет. А что тебе сделать, сына? Он уже и плавает. Понимаешь? А я понимаю. Самый лучший день! Не заходи! Не вчера. Так, тетя Вера же, кстати, стишок нам прислала. Давай его поучим. Хорошо? Кто приедет? Тетя Люба. Тетя Люба? Тетя Люба, Богдана, мама. Да. Диана. Нет, просто приедет сейчас сама. К нам в гости, да? Диана. Да, Луна очень красивая. Правда? Ну, на камере она просто светящаяся. И даже самолета не видно.
Нет, ничего не видно. Тут же можно проехать? Да, 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 только там аккуратно. Что ты хочешь, сыночек? Во что-то другое поиграть? Ну, может, тогда надо это ко мне в комнату отнести. Вот Афоня молодец, он собрал все, да, не раскидывал, как мама говорила, да? Все собрать. Тебе теперь дать другую игру? Афоня буквы тут даже спрашивал. Такой интересный. Тяжелая? Ну, давай я отнесу. Давай я отнесу. Она не тяжелая, она просто неудобная, да? Отнести? Тяжелая? Не грызем ногти. Да, вот а где ногти? Где ногти? Папа играет, все смотрят. Все что? Папа, бери Сонька и иди. Ты что, балуешься? А что, я с ним болтался с мамой. Блин, какая классная песня. В голосе. Это голос? Угу. Как что, что ты делаешь? Скажи на руках! А, давай. Ой! Так, Гриша, не маша. Так, на попу мы не... Сиди так, не садись на попу. Вот так и сиди. Да, надо размяться, правильно. А у меня завтра будут пряничные пиццы, золотые рыбки, миньоны... Мороженки и один пончик. Не садись на попу. Потому что растягивай мышцы, но на попу не садись. Вот насколько можешь растянуть. И так вот, да. Не садись на... Не надо садиться на попу. Ну, я знаю, Зай. Ну, никогда легко не бывает. Все это тренировки. А какие должны быть? Не сучи. Вот мы чешком, это еще ладно, я бы сел. Да? Ну иди обуй свои чешки. Где? Ну, в рюкзаке. Сейчас я вам покажу. Я еще что-то. Где она? Мне надо ее сначала найти. Мне мама читала, только не прочитала балерину. А, Бале. Вот это... Бален. Да. Мам, мы, прочитай. Да, это мы... Что мы читаем? Агнию Барто мы читаем. Про балерину начинаем? Про Любочку, да? Да. Люба танцевала, записала. Да? Она записала. А тебе что? Вот это? Ну, давайте читать. Так, ну что, всем спокойной ночи. Папа читает Любочку, и мы идем спать. Я пока сейчас выставляю видео. И увидимся с вами завтра. Пока.